Приветствую вас в студии телеканала «Волгоград-1». В эфире главные новости. С вами Евгений Ломовцев. О самых интересных событиях расскажут наши корреспонденты. 1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. В этот праздник все внимание обращено к старшему поколению, но многие из них, даже несмотря на свой возраст, пожилыми себя не считают. Оставаясь высококлассными специалистами, они продолжают строить дома, лечить людей, учить малышей и, конечно же, вести активный образ жизни. Наша съемочная группа побывала в кардиологическом отделении клиники РЖД «Медицина», где уже 40 лет работает Раиса Цапенко. Почему же так важно сохранить позитивный настрой и дарить улыбку окружающим людям, и как с этим справляется наша героиня, расскажет Сабина Саблина. Пришла вас проведать. Как дела спасибо, у вас? Спасибо. Как самочувствие? Самочувствие прекрасное. Спасибо. Сегодня хорошо. Я планирую на выписку. На выписку. Да, мы с вами вроде как уже подлечились основательно, да? До следующего раза. Я откровенно рад, что... Берегите себя, берегите себя, принимайте все препараты, которые вам врач рекомендует. Вот так с простых, но очень важных вопросов каждый свой день. Вот уже 40 лет Раиса Цапенко начинает в кардиологическом отделении железнодорожной больницы. Еще в раннем возрасте женщина поняла, что хочет помогать людям, а уже во взрослом связала свою жизнь с медициной. Свои 62 года Раиса Николаевна полна сил и энергии. Свою жизнь она не представляет без работы. Медсестра считает, что стареет только тело, а вот душа может быть всегда молодой. Хочу всех видеть, со всеми общаться, и больных, и сотрудников, и помогать, как могу, чем могу. Нужно трудиться, любить свою работу, любить людей. И на этом жизнь удлинится, и будет все добрее кругом. Коллеги говорят, Раиса Николаевна скромничает. За улыбкой и видимой легкостью стоит огромный опыт. За 40 лет работы женщина буквально воспитала не одно поколение медсестер. А врачи всегда могут положиться на нее. Кардиологи клиники отзываются о Раисе Николаевне как об очень ответственном и душевном человеке. Стоит отметить, что в кардиологическом отделении лежат пациенты с довольно серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому очень важно не только лечить их с помощью медицины, но и добрым, внимательным отношением. Именно на такой подход у нашей героини. Раиса Николаевна работает в кардиологическом отделении более 40 лет. Я не встречала более ответственного человека. Каждый день она приходит на работу с улыбкой, очень доброжелательно относится к пациентам. Я попала сюда после ординатуры начинающим доктором. Всегда помогала, всегда поддерживала, подсказывала, если мы чего-то не знали. Я знаю ее только с самой лучшей стороны. Клиника РЖД «Медицина» – одна из старейших в нашем городе. Ей исполнилось 125 лет. Здесь работает множество специалистов, которые отдали лечебному делу не один год или два, а 20, 30 и 40 лет. Несомненно, эта профессия требует от человека больших и моральных, и физических сил. Но, как говорят сами медики, именно это дает стимул к активной жизни. У нас есть... люди, есть, так скажем, кадры медицинские, которые проработали по 20, по 30, по 40 лет именно в одном медицинском учреждении. Здесь начинали свой трудовой путь и здесь также его и продолжают. И мне кажется, это тоже не просто так, это уникально. День пожилого человека – это не просто праздник, он носит социальный характер. Дата учреждена по инициативе ООН, и главная цель – сообщить обществу о проблемах старшего поколения, находя при этом пути их решения. Сейчас, в 21 веке, возраст уже не показатель. Даже в 70 или 80 лет можно учиться чему-то новому, покорять горы, путешествовать и заниматься именно тем, о чем мечтал всю жизнь. Сабина Саблина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». В России стартовал осенний призыв. В Волгоградской области на срочную военную службу этой осенью отправится 2550 человек. Служить родине новобранцам предстоит по новым правилам, с учетом изменений, внесенных в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Осенью 2019 года в Волгоградской области, как и во всей России, изменился порядок призыва на срочную службу. В первую очередь изменения коснулись граждан, которые подлежат освобождению от призыва или могут претендовать на временную отсрочку. В эту категорию входят сыновья и братья военнослужащих погибших, получивших ранения или травмы в ходе прохождения военной службы или во время нахождения на военных сборах, а также граждане, имеющие ученую степень, и студенты-очники. Теперь они могут отказаться от отсрочки или освобождения, написав заявление в приемную комиссию
дирекцию военкомата. Еще одно нововведение – право на досрочную демобилизацию по уважительной причине. Воспользоваться им можно, к примеру, в случае рождения второго ребенка. Согласно поправкам в закон, в 6 раз увеличена сумма штрафа для тех, кто своевременно не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, смене работы или места учебы. Штраф для призывников, которые проигнорировали повестку в военкомат без уважительной причины, составит от 500 до 3000 рублей. Развитие экономики – одна из приоритетных задач на сегодняшний день, заявил губернатор Андрей Бочаров на прошедшем совещании в администрации области. На встрече присутствовали представители сферы экономики, предпринимательского сообщества и общественных организаций. В администрации области прошла встреча, посвященная вопросам развития экономики. Губернатор региона встретился с представителями этого направления, предпринимателями, а также с членами общественных организаций. Участники отметили, что сейчас как никогда быстро меняются подходы и задачи в экономической сфере. Поэтому важно идти в ногу со временем и направить свои силы, например, на внедрение инновационных технологий, на изменение подхода к образованию в учебных заведениях и подготавливать специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Подобные действия должны укрепить позиции региона, считает глава области. Мы живем в большом мировом пространстве, вовлечены в мировую экономику. Естественно, в значительной части зависим от тех решений, которые сформированы за пределами не только Волгоградской области, а за пределами России. Это факт. Но это, наоборот, нас должно подстегивать к тому, чтобы мы у себя здесь, на территории Волгоградской области, сделали все возможное для того, чтобы предпринимательство, экономика, бизнес имел возможность развиваться. На данный момент в Волгоградской области экономическая отрасль обеспечивает координацию работы более 100 тысяч хозяйствующих субъектов, где задействовано более 1 000 000 человек, в том числе более 240 тысяч работников малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей. Существует несколько программ помощи бизнесу, от консультаций до субсидий. Большой популярностью пользуются гранты для поддержки начинающих предпринимателей. Подробнее об этом вы можете узнать в эфире нашего телеканала в программе «Бизнес-план». Сабина Саблина при поддержке пресс-службы администрации Волгоградской области. 140 грамм растительного наркотика обнаружили и изъяли полицейские у жителя Волжского в ходе стандартной проверки документов на посту ДПС в Городищенском районе. Внимание стражей порядка привлекло странное поведение пассажира, в связи с чем было принято решение о проведении досмотра его ручной клади. В личных вещах волжанина полицейские обнаружили 2 пакета с неизвестным веществом растительного происхождения. Это вещи ваши? Да. Комитет, подойдите поближе, посмотрите. Вещество серо-зеленого цвета, растительного происхождения. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУМВД России по Волгоградской области, подтвердила, что изъятым веществом является марихуана общим весом более 140 грамм. Задержанный пояснил, что хранил наркосодержащее растение для собственного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь ему грозит до 10 лет колонии. В Волгограде стали уже традицией велоэкскурсии по храмам нашего города. 2015 года, осенью и весной, историко-познавательный велопробег объединяет десятки волгоградцев. Путешествие получается необычным, ведь в каждом храме в роли экскурсовода выступает настоятель и открывает для велотуристов те страницы истории нашего города, которые ранее были закрыты. Это традиционная велоэкскурсия, которая проходит у нас раз в полгода. Есть весенняя велоэкскурсия по храмам города Волгограда и осенняя. В нашем городе очень много храмов, которые либо реконструированы, либо воссозданы на месте прежних храмов. И у них, тем не менее, богатая, уходящая корнями еще в середину 19 века история. Иосифа Астраханского на Дмитровском кладбище города Волгограда, Свято-Духов мужской монастырь, храм преподобного Сергия Радонежского, храм всех русских святых на набережной 62-й армии. И постараемся познакомить наших участников с историей этих храмов и их общин. На велоэкскурсию по новому маршруту волгоградцы собрались у храма святого преподобного Иосифа Астраханского на Димитровском кладбище Волгограда. Проследовав по центральной аллее, экскурсия остановилась у могилы святой преподобной Марфы Царицынской, которую ежедневно посещают паломники из разных регионов. Это место примечательно и тем, что здесь проходит граница довоенного кладбища. Марфа умерла в 25-м году,
Но она такое оставила впечатление о себе в головах верующих в того времени, что они передавали из уст в уста, что называется, рассказы о ней. Мама дочке, папа сыну, сосед соседу и так далее. И огромный массив вот этой информации, сохранившейся в головах, дошел до 70-х, до 80-х годов. Вот это вот фотография прижизненная Марфы. Ну, отретушированная, конечно. Есть еще фотографии, ее снял случайно фотограф на улице Пушкина. Она идет по улице. В этой книжке она тоже есть. На юго-западе Димитровского находится Армянская апостольская церковь Святого Георгия, которая была освящена в 2003 году. Во знаменование 1700-летия принятия христианства в Армении во дворе церкви был установлен хачкар. Сегодня здесь шла служба. Далее велоэкскурсия отправилась в Святой Дух в монастырь, в храм преподобного Сергия Радонежского, храм русских святых на 7-й Гвардейской и в часовню икону Божией Матери Скоропослушницы. Экскурсия вот уже который раз открыла волгоградцам другую историю города, не только победы героических сражений, но и духовного развития русской соборности. Я сам человек православный, как бы не понаслышке, а участвую в таинствах, учился в духовном училище, заочном отделении, богословский факультет. И в этом году я принял первый раз тоже велоэкскурсии епархиальные. Мне как бы понравилось, потому что очень много исторических моментов. Мы собираемся, катаемся, свободно от работы время. Мы тоже все работаем. У меня двое детей, сын и дочь как бы. Поэтому не то, что у меня свободное время, просто такое вот увлечение. Соборность, мы все вместе ездим по храмам, молимся, общаемся. Это что еще может быть лучше? Общение с Богом и с ближними. Увлекательное путешествие на велосипедах открыло события и судьбы, времена и эпохи нашей Земли. Через новую призму участники экскурса увидели давно знакомые места, архитектурные детали и причудливые переплетения улиц. Следующая такая экскурсия состоится весной. Татьяна Крючкова, телеканал «Волгоград-1». Обитатели искусственного водоема в парке на верхней террасе набережной на осенне-зимний период сменили прописку. Золотые японские карпы кои вместе с потомством до наступления теплого времени года переезжают на территорию центрального рынка. Спешим успокоить не на торговые прилавки, а в теплый бассейн в специально оборудованном помещении. Карпов проведала моя коллега Ольга Терентьева. За прошедшее лето обитатели водоема японские карпы кои и их дружелюбные соседи не только заметно прибавили в размерах. Некоторые даже дали потомство. Гупешек много расплодился там в ведре. Отловили достаточное количество. А так что и черепахи здесь, и раки. 30 мальков японских карпов кои выпустили в декоративный пруд на центральной набережной Волгограда в середине мая. Соседи – сомик, черепаха и еще несколько видов рыб, в их числе гупии и сказочного вида вуалихвостки, заселились чуть позже. И со временем водоем с золотыми рыбками стал самым популярным местом отдыха жителей и гостей города. Ребенок посмотрел черепашку, да? Рыбок – это наше любимое занятие. Мы здесь стараемся бывать каждые выходные. Ну и, в принципе, любители погулять на набережной нашей. Прекрасно. Такое удовольствие получаем. Будем ждать весну. Да, Саша? Будем приходить. Так. Это наше любимое место. Перезимовать в водоеме у этой интернациональной компании не получится. Недостаточно глубины, всего 90 сантиметров. Чтобы вода не промерзала, необходимо минимум 2 метра. А потому до наступления тепла обитать они будут в бассейне, в обогреваемом помещении на территории центрального рынка. Под присмотром специалистов общества любителей экзотических аквариумных рыб. А на постоянное место жительства, в пруд на центральной набережной, карпов кои и компанию переселят весной, когда вода прогреется до 15 градусов. Ольга Терентьева, Игорь Радковский, телеканал «Волгоград-1». Исполнилось 25 лет православному волгоградскому ансамблю русских народных инструментов «Царицын». В честь своего серебряного юбилея популярный коллектив дал концерт на сцене Волгоградского музыкального театра. Первая встреча в этом концертном сезоне подарила зрителям лучшие номера из разных программ, прозвучавших за годы существования коллектива.
Волгоградский ансамбль народных инструментов «Царицын» под руководством Игоря Дорохова радует зрителей уже четверть века. Это уникальный творческий коллектив, которому подвластны практически все жанры. А юбилейный вечер его поклонники ждали с особыми чувствами. Сегодняшний вечер будет замечательным, потому что будет звучать шикарная музыка и играть отличный оркестр. И замечательные музыканты сегодня будут представлены в нашей программе. Поэтому, я думаю, все присутствующие здесь получат огромное удовольствие. Здесь будет выступать мой любимый учитель Степынникова Наталья Григорьевна. Прекрасный учитель, и прекрасно он владеет своим инструментом, любит свою работу. В составе ансамбля «Царицын» солисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Юлия Большакова, Наталья Долголева, Даниил Зарипов, Михаил Ребров, Михаил Янс, дуэт «Восторг». Все они в разное время пришли в коллектив и обогатили его репертуарный план. В концертных программах есть шедевры классической современной музыки, народные эстрадные песни, блюзовые и танцевальные композиции. Я пою 7 лет с ансамблем «Царицын». Это первый коллектив, когда я приехала в город Волгоград, закончив Российскую академию музыки имени Гнесиных. Именно Игорь Дорохов пригласил меня в свой коллектив быть солисткой. И что меня очень радует, и до сих пор я с огромной любовью, с огромной благодарностью, с огромной радостью выхожу на любую маленькую, большую сцену с этим коллективом и выступаю, и дарю свое творчество нашим, конечно, зрителям. Этот вечер стал особенным еще и потому, что на сцене состоялись сразу два праздника – юбилей ансамбля народных инструментов «Царицын» и открытие 22-го концертного сезона муниципального учреждения культуры «Волгоградконцерт», в состав которого входит юбиляр. «Царицын – история и жизнь моя». Так может сказать не только каждый житель нашего города Царицына, Сталинграда, Волгограда, но и каждый артист ансамбля «Царицын». Потому что все они, играя в разные годы в коллективе, отдавали ему всю свою душу и талант. На экране вы видите кадры первого состава коллектива. Игорь Дорохов, Наталья Симакова, Нина Саенко, Наталья Зипунникова, Петр Толкунов, Виктор Иванов. Занимается очень полезным всем нам сейчас делом сохранением национальных традиций России. Причем это происходит не чисто в традиционном плане, а с новыми аранжировками в современных стилях. И это как-то подкупает зрителя, потому что жизнь наша движется вперед, растут темпы, поэтому в музыке все должно отражаться. Ансамбль «Царицын» по праву можно назвать уникальным. Интересные аранжировки к известным композициям из репертуара группы «Квин», зарубежных композиторов Ганса Циммера, Эннио Морриконе, Поля Мориа. Новое исполнение известных произведений делает каждый концерт насыщенным, ярким и запоминающимся. Сегодня коллективу исполняется 25 лет. Конечно же, будет очень много гостей. Придут поздравить с администрацией, с комитета по культуре города. Придут бывшие директора, в разное время возглавлявшие «Волгоградконцерт». Много цветов, благодарственных писем от администрации сегодня будут вручаться на сцене. Но я думаю, коллектив этого достоин, потому что уже 25 лет он несет культуру в массы, нашу народную культуру Волгоградского края. У ансамбля впереди много работы, которая порадует и зрителей, и коллег. Специальная программа, посвященная 90-летию Александры Пахмутовой, юбилею Волгоградского планетария, новые мюзиклы и концерты. Татьяна Крючкова, Игорь Ратковский, телеканал «Волгоград-1». О самых интересных и ключевых событиях России и мира мне помогут вам рассказать коллеги из медиастудии МКС. Рабство 21 века. В Нигерии спасли 19 пленных женщин в возрасте от 15 до 28 лет. Их похитили и держали на так называемой «фабрике по производству детей». Рожденных младенцев злоумышленники продавали. Полиция крупнейшего нигерийского города Лагос освободила из плена почти два десятка молодых женщин. Их заманили обещаниями устроить на работу, а потом похитили. Кузнец держали на так называемой «фабрике по производству детей». Мы спасли 19 беременных женщин, в основном им лет по 15, самые старшие 28, но большинство это беременные подростки. Их удерживали с одной целью – заставить родить ребенка. Похитители зарабатывали на продаже младенцев. Злоумышленники продавали мальчиков за $1630, а девочек за $980. Тот человек сказал мне, что если я рожу ребенка и отдам его, то мне заплатят. А если я решу оставить ребенка себе, то мне придется вернуть деньги, потраченные на мое содержание.
Одна освобожденная женщина также рассказала, что ее вынудили родить на 7-м месяце беременности, но ребенок умер. Полицейские также спасли 4 детей. Операция прошла 19 сентября, но сообщили о ней только сейчас. Правоохранителям было необходимо задержать злоумышленников. Они взяли под стражу 2 женщин. Третий подозреваемый все еще в розыске. Спасенных пленниц и их детей перевели в реабилитационный центр, а детали преступления расследуют. Фабрики по производству детей в Нигерии не редкость. Особенно много их на востоке страны. Полиция неоднократно проводила спасательные операции. В прошлом году удалось вызволить из плена 160 детей. В австралийском городе Канберра проходят необычные испытания. Ученые хотят выяснить, смогут ли пожилые водители привыкнуть к беспилотным автомобилям. По мнению властей, это помогло бы им дальше пользоваться машинами и не менять привычного образа жизни. Австралийская пенсионерка Мари Кейр садится за руль автомобиля, но чувствует себя больше пассажиром, чем водителем. Умная машина оснащена системой автономного управления. Функция похожа на круиз-контроль, но возможностей у нее больше. Можно не касаться ни руля, ни педалей. Как будто едешь на машине-роботе. Эти испытания проходят в Канберре. Власти австралийской столичной территории выясняют, помогут ли автомобили с функцией самоуправления улучшить жизнь пожилых водителей. Когда пожилые перестают водить машину, для них это болезненно. Они не могут общаться с людьми так же часто, как раньше. Не могут ездить в магазины или церковь. Для многих возможность ездить на автомобиле – вопрос независимости. Мне не пришлось бы просить родных, я продолжила бы сама ездить на машине, не нужно было бы полагаться на других. По мнению специалистов, машины с беспилотной системой также помогут сохранить жизни и здоровье людей. Поездки будут намного безопаснее. Сейчас в австралийской столичной территории фиксируют по 20-30 ДТП в день. Обычно они происходят из-за того, что водитель отвлекся. В автомобилях с автономной системой водитель может управлять и сам, но за его мимикой и глазами следят специальные датчики. Они подают сигнал, когда водитель отвлекся либо утомлен и рискует уснуть за рулем. В этом случае можно включить беспилотную функцию. Пока тестирование продолжается, власти австралийской столичной территории выделили на него более 50 тысяч долларов США. Еще одна новость из Австралии и тоже связана с пенсионерами. Пожилые люди спасают от забвения город Фарина. Он постепенно опустел после того, как в 60-х годах проложенная через него железная дорога перестала работать. Проект пенсионеров – это настоящий город-призрак. Каких-то лет 10 назад австралийский городок Фарина просто медленно умирал. В 60-х годах проходящая через него железная дорога закрылась. Вместо нее построили новую, и Фарина оказалась отрезанной от цивилизации. Однако группа добровольцев решила изменить судьбу городка и восстановить его. Волонтеров возглавил Том Хардинг, который к настоящему времени уже оставил эту работу из-за преклонного возраста. 11 лет назад Том сказал бы, что здесь остались только тени. Фарину называли городом-призраком. Он любил говорить, что мы прогнали призраков. Волонтеры восстанавливают 9 зданий, включая отели, почтовое отделение и полицейский участок. Укрепляем кладку вокруг окон, настилаем полы, вот что мы делаем. Также занимаемся покраской. Всем понемногу. Реставраторы-добровольцы также отстраивают дом семьи Паттерсонов. Когда-то они здесь жили и держали мясную лавку и кафе. Теперь в этом доме пекут хлеб и готовят еду для туристов. В некоторые дни мы выпекаем по 100 батонов или даже больше. Хотя железнодорожного сообщения здесь больше нет, но через городок проходит проселочная дорога. Поэтому в Фарину стали часто заезжать туристы, путешествующие на автомобилях. Теперь они могут здесь отдохнуть, выпить чаю с пирогом или сдобной булочкой. Ну а все вырученные деньги идут на восстановление городка. А сейчас новости финансового рынка.
Курсы валют на 2 октября, по данным Центрального банка России. Доллар поднялся на 42 пункта и составил 65 рублей 6 копеек. Евро же вырос на 12 пунктов и составил 70 рублей 84 копейки. Спонсор прогноза погоды – Сурские бани. Легендарное место с почти вековыми традициями. В 2020 году Сурские бани отмечают юбилей 85 лет. 2 октября днем без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13 градусов. Днем плюс 16, плюс 21. На улице все холоднее и холоднее, а в сурских банях продолжается горячий сезон. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. А ты мне говоришь? Да, тебе. Ты забыл о русской бане? Брат, ты много потерял. Веник в руки, быстро с нами. День помывочки настал. Ай да банька, наслаждение. Пар и запах, просто шик. В русской баньке за мгновение станет юношей старик. Вот что надо для сосудов. Вот как знать холестерин. Мы любить до смерти будем. Русский веничный экстрим. Папа, мне срочно нужен 1 000 000 евро. На этом сегодня все. Наши сюжеты и программы вы всегда можете посмотреть на сайте volgograd1.tv, на ютубе и в социальных сетях. Прощаюсь с вами ненадолго. Всего доброго и до встречи. Телеканал «Волгоград-1» транслирует новости безвозмездно для бюджетов всех уровней, исключительно в интересах наших телезрителей. Спасибо, что смотрите наш телеканал.